Доброе утро. Мы сегодня летим в Куала-Лумпур. Нам нужно сделать визы в Индонезию с Лариской и Сёмкой. Летим в Куала-Лумпур, оттуда еще поедем в какой-то городок в 4 часах от самого Куала-Лумпур, там, где консульство с небольшими очередями. Вот. А пока наше семейство вот едет на такси в аэропорт города Денпасар, международный. Вот. Покажу вам немножко, как выглядит тут движение по утрам в Индонезии, на Бали. Сейчас переключу камеру. Ну вот, довольно хорошие дороги. В основном, правда, по острову они узкие, но вы, наверное, видели в наших роликах. Но в столице острова, конечно, получше. Вот. Мы сейчас на платную будем заезжать. Аэропорт. Сейчас мы поедем на хайвей платный. Красивая новая дорога. Скажи. Там очень симпатично. Очень здорово, что там есть отдельная полоса для байков. То есть вот только для скутеров, мотоциклов, где можно ехать вообще не пересекаясь с машинами. Единственное, что каждый раз, как я на нее попадал, ну не каждый раз, но два раза из четырех я заезжал с дороги автомобильной, и там, в общем, очень не были несчастливы от этого, потому что там раздельные платежные терминалы, отдельно для скутеров, отдельно для машин. Ну, можете пока посмотреть храм. Виды всякие. Храм, смотри, справа. Бали, вот, крыша. Да. Какой-то очень красивый храм справа. Вот ворота его видны. Да. Китайский храм, ух, очень красивый. Ну, вот впереди видно хайвей, не знаю, вам видно там. Я пытаюсь как-то показывать. Тут особых видов нету вдоль хайвея. Ну там красивый мостик. Вот, ну там будет очень красивый мост, над морем построен этот хайвей. Так что если потерпите, если у меня не сядет аккумулятор, я вам покажу. Вот, мы едем делать визу на 6 месяцев. Во, вот справа видны лодки традиционные с поплавками. С боков очень узенькие лодочки. И вот это уже начинается платная дорога. Мы тут разогнались аж до 80 км в час. В основном движение на Бали, машины ездят со скоростью 30-40 км в час. Редко можно разогнаться быстрее, потому что ну как-то очень плотное движение, очень маленькие дорожки. Вот только на хайвее можно ехать 80-90. Вот справа видно эту дорогу над мостом сейчас. Вот. Построена над, я так понимаю, заливом Индийского океана. Вон там вот вдали видны башни аэропорта. Здесь такие мангровые леса. Вот, вот так вот выглядит платежный терминал этой платной дороги. Сейчас мы проедем, заплатим карточкой. Слева вон видно отдельно для мотоциклов. Вон та вот дорожка, она идет слева, полностью отделена от основной трассы. Я не знаю, сколько стоит для машины, но вот для мотоцикла это стоит 4500 рупий. Это, наверное, где-то 30 центов проезд по вот этой платной дороге. Можешь нас с Семеном показать? Вон семейство сзади сидит. Семе очень нравится ехать. Хотя так и не скажешь по виду, да. Ну вот мы выезжаем на эту дорожку.
построенную на сваях над морем, очень симпатично тут ехать. Единственное, что не всегда тут приятный запах, потому что здесь где-то, я так понимаю, насколько я понял, какие-то честные сооружения где-то в стороне. Иногда, когда ветер неудачно дует, то не очень приятно. Вот слева видно отделенная полностью дорожка для мотоциклов и скутеров. Там вот по ней, там вот едет. Вот, ну, может, если получится, еще покажу вам позже аэропорт Денпасара. Может, аэропорт также в Куала-Лумпур. Так что оставайтесь на нашем канале. Вот, хорошо отсюда видно дорожку. Доброе утро, хорошей вам. До встречи, пока-пока.